Так, всем здорово, ребят. ЦСКА. Сука, что написал? ЦСКА. Москва. Короче, ребят, это дубль 3, когда я записываю эту игру первый раз. Какая-то херня, второй раз докачка, короче, начал заново. Короче, игруля вышла 2 дня назад. Посмотрим, что за игра, как графика. Я не очень люблю ММОшки китайские, но посмотрим, что за игруля. Посмотрим, что такое. О, нифига себе, даже по-русски тут. Прикольно. Ява. Сигарет, что ли, блядь? Смотрим вступление. Я так надеюсь, что это ММО-РПГ. Так, попадаем в какой-то мирок, ослепленные лучами. И опять Ява золотая. Так, встать. Приключенческий боевик, косплей. Так, режим управления. Давайте вот это выберем. Да. Так. Ну да, бегать сам. Так, Ява где-то только что была. Сколько время? Короче, я читать не люблю, но графика прикольная, мне нравится. Тут вот, видите, он еще махается. Графа мне нравится пока что, ребят. Прикольная графа. Тормаживает. Что мне нужно сделать? Так, берем клинки, я так понял, чтобы махаться. Пока что мне нравится игра. Более чем прикольно. И графика, смотрите, какая красивая. Хоть и китайская, бля. Сейчас посмотрим. Красиво, красиво все оформлено. И видите, заставочки такие. Сейчас, походу, с каким-то челом мне махаться придется. Нажмите на кнопку, чтобы выполнить атаку. Хорошо. Посмотрим. Энергетический хранитель. Да, чуть подтормаживает. Херась, он меня там херачит. Я так понял, нужно убегать из-за этой линии, когда он меня бьет. Так, 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 убегай, убегай. Блять, не успел. Убегай, убегай. Бля, опять не успел-то, сука, что за хуйня? У него 9% осталось. Давай, 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 чувак, красавчик. Е-е-е, победили. И открываются нам двери какие-то. Очень хорошо открыл дверь, скорее идем. Ну, пойдем. Прекраснейшая победа. Опа, Ява золотая, здорово. Оки-доки, блядь. Фига себе. Давай, пока. Пойду.
к девочке. Ну, здравствуй, девочка. Ой. Ширли-мырли, бля. Сука, конечно, произошло. Меня зовут ЦСКА. Отдохнуть? Ну, с тобой можно, Ширли. Я не против. Че не за уши, блядь? Какой прекрасный день. О, нифига себе, на лошадке еще куда-то едем. Прикольно. Не, в принципе, начало мне очень нравится. Очень-очень нравится. Сейчас еще чуть порубимся, еще подтормаживает немного. Наверное, стоит на полных. Так, шаблон. В смысле? А, это я могу писать, понял. Смотрите, какой мир красивый, какое все красивое. Чуть-чуть подтормаживает. Или много. Вообще все зависло, блядь. Давай, растормаживайся, блядь. Там, наверное, стоит на жестких, блядь, этих. Да, подтормаживает нормально так. Надо будет, наверное, в настройках поставить поменьше. У меня, наверное, высоко стоит. Ладно, сейчас, когда настройки будут. Пролагалось. Так, а где здесь настройки вообще? Блять. Бля, что ж так лагаешь, ты тварь. Глава 1. Бушующих. Не прочитал. Ширли-мырли. Бля, ну графика мне нравится. Это не маленький какой-то человечек, ребят, какие-то маленькие. Здесь очень все красиво. Очень красиво. Смотрите, какая красочная, яркая просто игра. Тормозит, да. Ну, конечно, с такой графикой как не тормозить, они все там в графику столько вхерачили, я не знаю, какой телефон, наверное, который, блядь, столько сырей стоит, не будет тормозить. Так, а где настройки? Где настройки, бля? Ну, это моя сумка, я так понял. Платформа поблизости команд, блядь. Короче, я не могу найти настройки, я не знаю, где тут они вообще. Я не вижу. Дух леса. О! Еще какой-то босик. Барбосик. Так, надо убегать, надо убегать, надо убегать. Так, замочили этого босика. Че, это бухлишка? А это что, бухлишка? Да не, это вода, наверное. Или эликсир. Хуя себе, бутылка. Или, а, это не бутылка, это какая-то херня. А что, он высасывает душу, что ли, из него? Ого. А это что, салатик? Прикольно. Это что, похоже на мышеловку? Это что? Это опять ява?
Да, это Ява. Ну, нифига. У него глюки, что только он ее может видеть. Фига себе. Вот и Мерли нарисовалась. Ладно. Бля, интересно, где настройки? Я не хочу, чтобы тормозило. Бля, жестко лагает. Ну, мырля. Домино. Нифига себе. Сундук. Мундук. Отлично, отлично. Я тоже умею летать. Так, четвертый уровень я вкачал. Вашими молитвами. Ну, что могу сказать? В принципе, если б не лагало. Но я говорю, я не могу найти настройки. Я не могу найти настройки, чтобы уменьшить. Мне кажется, он стоит на самых высоких. Так, с квадрата-то убегай, брат. А, убегай, убегай. Сука. Жесткий дядя. Да. Я теперь понимаю, почему она тормозит, потому что, ну, бля, это очень все красиво, красочно. Я думаю, разрабы в эту игрушку нормально так вложились. Уриан. Это тебе уже намекают второй раз побухай. А, это опять сейчас эту душу. Ладно, душу мы уже видели. Душу мы уже видели. Рекламка, как обычно. Поехали. Что тут дальше у нас? О, нифига себе. Конечно, я беру черного коня. Класс. Сяду я верхом на коня, ты вези по китайскому полю меня. Ой. Давай, давай, давай. О. А, я понял, когда синим горит, нужно что-то делать. А, должно до синей, походу, дойти. И убежала моя лошадь, блядь. Да, хуёво её продрессировал. Ладно.
Поехали уже до миссии, ребят. Опа, дедуся. Мэр. Это мэр этого города. Дал ему, короче, что-то там. И как? Есть. 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 Фига себе, прям. Тыв-пыв-пыв. Опа, Джан. А это что за монстр? Мне с ним придется махаться, да? Это по... Что-то звездочки ни хера ничего не отнимают у него. А как мне махаться-то? Почему мне только это, я не понимаю. Фантом. Нужна звезда, я хочу просто махаться. Зачем мне эта звезда? На нах. Получил пиздянок. Или я? Ой-ой-ой-ой, Ширли, Ширли. Спасла и сама сдохла. Променял Ширли на Мэрли. Ритуал завершен. Опа, Джан. Что это за секс-сцена здесь у нас? Какие милые ушки. На макушке. Ну, красавчик. Короче, ребят, вот такая игрушка. Сколько мы там записали, я не знаю. Вот такая, короче, игра. В принципе, прикольная, но мне не нравится то, что она лагает. Я не могу найти настройки, где сделать так, чтобы... Офига себе, прикольно настроить. Дрочь прочитал. Короче, ребят, я хер его знаю, где здесь настройки. Я не понимаю. Я не могу найти, чтобы... сюжетная линия. Я не могу найти, что где вот, знаете, там качество высокое, низкое, среднее. Что-то я не могу найти. Ладно, вот такая игрушка была. Всем удачи, всем пока, с вами Ромэн. Играйте, пацаны и девчонки. В принципе, игра прикольная. Всем удачи, всем пока. Блять, как вырубить нахуй?